новому учебному году школы областного центра должны быть полностью отремонтированы. На эти цели выделено 190 миллионов рублей. В учебных заведениях заменят крыши, обновят фасады, модернизируют пищеблоки. 10 миллионов рублей из городского и областного бюджета выделено на проведение ремонтных работ в лицее номер 33. Облицовка здания керамогранитом началась в прошлом году. Заключительным этапом это будет капитальный ремонт внутренней территории двора. И я думаю, что это будет одно из самых лучших учреждений нашего региона. Тем более, что этот лицей вошел в сотню лучших учебных заведений России. В школе появится и новый забор. Частично кирпичная конструкция уже снесена. Учителя рассказывают, прежнее ограждение не только портило внешний облик школы, но и представляло опасность для детей, в любой момент рискуя обвалиться. Он достаточно древний. Возведен был еще в 1935 году и, конечно, не вписывается и в архитектуру нашего города, и, конечно, наверное, не является лицом нашего образовательного учреждения. С другой стороны, мне кажется, он уже просто технически устарел. С нового учебного года в образовательном учреждении появится дополнительная дошкольная группа на 25 малышей. Для них будут оборудованы несколько помещений. Специалисты в настоящее время составляют проектно-сметную документацию. Также в лицее появится конференц-зал. В планах закупка учебников и оргтехники на 1 миллион рублей. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.